полу, и мы будем смотреть, как это закончится. Либо укусом моей кошки, либо царапком моей кошки. Мы это узнаем. Я оператор, так что поехали. Вот мы уже легли на пол. Я как главный оператор, а еще я как главный этот сопровождатель. Я это все сопровождаю. Время я еще не засекла, потому что он не лежит. Нужно лечь. Ладно. Все, засекаем время, поехали. Когда пройдет 5 минут, я вам все покажу. Ребят, прошло 5 минут. Ему уже больно. Покажи, что тебе сделала кошка. Просто возьми, посмотрите, у него уже нормально, в принципе. Но его в первые же секунды исцарапали. Еще вот тут вот, видите? Ну просто жесть, понимаете? Он просто лежит, да? Ему, можно сказать, плохо. Еще укус один кошки, и мне. Я почти умру. Вот так вот мы лежим. Поехали. Когда пройдет еще 2 минуты, я к вам вернусь. Ребята, прошло еще 2 минуты. Его укусили просто. Тут не видно красоты, камера почему-то не передает, но его прям укусили. Вот видите? Все, короче, ребята, он может вставать. А кошка, сейчас я вам покажу ее. Просто видите эту кошку? Ну просто видите, она лежит там, кайфует просто. Да, я от укусенного мальчика и поцарапанного. Вот ее морда. Ну, в принципе, она милашка. Да. Но когда она кусает, это просто ужас. Да, и это происходило, вот когда я был в городе. А, она зевнула. Будь здоров. Вы видели это просто? Да, ребята, это просто лайк спайк. Вы слышали его? Вы слышали? Да, так что каждый подписывайтесь на канал и лайк. Это его канал, поэтому вы обязаны слушаться, что он вам говорит. Иначе вы не получите контент. Иначе вы не получите контент. Да, иначе еще девка придет ночью к вам и вас раскусает до крови. Всем пока! Пока!